Четыре человека отравились угарным газом, используя неисправные печи. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, один из случаев произошел в селе Маркеуц Дубосарского района, еще один в Кишиневе. Спасатели призывают население регулярно проверять состояние печей и проветривать помещение, куда попадают продукты сгорания. Primul caz a fost înregistrat pe 18 iunie în localitatea Mărcăuț, raionul Dubăsari. Aici un bărbat în vârstă de 63 de ani, dar și o femeie de 61 de ani, au primit intoxicații cu monoxid de carbon, după ce canalul de ventilare a stovii a fost obturat. La fața locului au intervenit pompierii, care au stabilit că incendiul în locuință nu s-a produs. Персонали интоксикаты были транспортированы в спитал районал. Еще один случай произошел 19 января в Кишиневе, в доме, расположенном по улице Алексея Щусева. Потребит информации о рецепционате, два персоны у суперит интоксикации по продуктам де ардере. La fața locului au intervenit salvatorii, care au stabilit că un bărbat în vârstă de 72 de ani, dar și o femeie de 70 de ani, s-ar fi intoxicat cu fumul emanat de la stuba din locuință, urma supra-solicitării acesteia. Incendiul în locuință nu s-a produs. Medicii ajunși la fața locului au constatat intoxicarea acestora, iar ulterior persoanele în stare stabilă au fost transportate la spital. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать правила эксплуатации печей и другого обогревательного оборудования. Проверяйте состояние печей перед использованием и проветривайте помещение, где происходит процесс горения. Не перекрывайте вентиляционные шахты и не перегружайте печи, работающие на твердом топливе. Не храните вещи и не устанавливайте мебель в непосредственной близости к печи. Тушите огонь на ночь и когда покидаете дом. Спасатели продолжают информационную кампанию, в рамках которой в период с 10 по 16 января более 5000 человек получили информационные листовки с рекомендациями о том, как правильно эксплуатировать обогревательное оборудование. Также пожарные проверяют состояние печей. Статистика показывает, что в нынешнем отопительном сезоне количество трагических случаев в результате несоблюдения правил противопожарной безопасности снизилось на 31%.